В рамках проекта «Посиделки на струнах» квартет «Бомонд» вновь дал концерт в художественно-выставочном центре «Арт-Донбасс». Это уже 13-е выступление коллектива, и чтобы продемонстрировать всю легкость своего отношения к суевериям, музыканты решили порадовать публику экспромтом. Потому что сегодняшнее мероприятие в большой степени импровизационное. У нас никогда не было много времени на подготовку наших концертов в рамках проекта. Это связано с рядом причин, но сегодняшнее мероприятие нам удалось подготовить буквально за вчерашний день, я бы сказал, даже за час. Поэтому мы в предвкушении. Многие приходят именно в этот коллектив послушать, что нового преподнесет квартет. Квартет меняется, но в этом, наверное, и изюминка, состав квартета, что есть и солисты-вокалисты, и солисты-инструменталисты. То есть это говорит о том, что сам руководитель Юлиан, он умеет вокруг себя создать очень хорошую, дружную команду, которая и поддерживает его, и помогает, и сама может реализовываться. Уже знакомый и полюбившийся донецкому зрителю коллектив представил музыкальную программу, посвященную майскому танго. Гости окунулись в страстные мотивы танца, прочувствовали ритм кумпарситы и ностальгию под музыку Астора Пьяццоллы. Собственная аранжировка придала известным произведениям новое свежее звучание, которое еще долго останется в сердцах поклонников бомонда и музыки танго. Кристина Крымова, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.